Они шестого, ебашь. А, да, седьмого, седьмого. Они шестого, седьмого. У вас там, я тебе говорю, доктор. Ой, там, они сейчас седьмого там миллион пулов понаделают, а потом на Андуина придут и там еще, блядь, больше сделают. Нахуй знает. Ну там жестко какая-то тема, блядь. Пиздец. Там... Вот кинь туда нашу гильдию, блядь, Кирюха после пула 150-го нам скажет, блядь! После первого. Ааа, долбоёбы, блядь! Борланд, чтоб ты понимал, я, когда еще типа, первый рейд открыт был, замок на Афре, я там, ну, играл чуть-чуть, понимал, смотрел видосы, я зашел в гильдию к типам, у которых 800 с чем-то пулов в мифике на этом было, на Каменном Легионе, или как он там называется, на предпоследнем. Я влетел... Генералы там где-то? Типа? Да, генералы. У них 800 с чем-то пулов было, и они ни разу не убивали. Сидели, пулили. Я пришел, блядь, лучше их отыгрывал, нахуй. Чем они со своими 800 пулами. Не, ну там, на самом деле... Пиздец был полный. Вот, там много бездарей. Вот, мифики, лапу дайте. Реально, скилла требуют. И этот, Расим каски раздай. На Легионе, когда начал играть, вот мифики, вот, даже на Дреноре я когда еще играл, тоже требовали, блядь, прям... Вы с саппортами или с ДД-спасами? Да. Я туда просто залетел, сначала, ну, я тактику знаю, что там делать знаю, мне там сказали, там, вот туда стой, туда. Ну, я такой, окей. Потом я смотрю, у меня по ДПСу говно взял, лог я открыл, нахуй. Смотрел, что, когда сдаются. И все. Изи вообще. Дамажил нормальный, тактику делал. Че, рейди? Гляем. Блю, а че, рейди? Ну, есть, но он нихуя не одетый. Так, Исера, ты вросил ауру паладиновскую, да, или кто? Я запускаю. О, да, ваш. Все. Я запускаю. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Ясно, вот Фьюри на 100 севера. Напомни мне после этого. Что тебе ясно? Ледяного змея. Погон. А я просто... быка пью, я чё, дурак? Я просто не перепил после Малча. А я на Малче забыл перепить. А, да? Пью под пивас, ёбаный. И так хватило. Наконец-то, блядь, одного танка. Ура, блядь. Да прошу раз было одного танка. Ноль, блядь. А, ну ноль. Нет, там в ноль было. А вы падать хотели, помните, блядь? Два. Там всё равно уже план селивают. Ну, план-то хороший, реально же. Ну да, хорош. Блять, мне Сандер самому себе стакать, что ли? Ё-моё, ну уже. Сам папу в России, может, стакнет. Ещё что сделает. Рот и ба. Вот Фьюри живи, киллует. Киллует просто, не доигрывает. Бедный Войт Фьюри, у него и бомбы кидали. Да и... хорошо, что этот кинулся, сейчас бы еще лужа прилетела, я бы сдох, бля. Почилил под боссом. Блядь! А че они одновременно прилетели на... Да хватит! Ладно, все, я смотрю, куда летит, похуй. Ясно, ясно, похуй на рейд. Что, в смысле умер? Блять. На поле надо у которого вылезть, друга второго. Он нам сильно. Угу. Это Борланд. Мужики срывать будут. Веру. Ой, а чё мне похуй, я не в стенке стою. О, вот там пунуло. Бориген ещё зерона. Не задуй нас, аккуратненько. А где глюк? Кто такой глюк? А мы его... Ты на шумане? Прохил, прохил, ты чё? Ты чё? Вагон, блин? Вагон, перед ебалом стоит огненный. Понятно, кикай. Так, Ури бай-бай. Кикаем, Войт Фьюри, получается, Старфолл сдал его, тоже кикаем, Чекал от Час заслакал, тоже кикаем. А, получается, Ешалец... Борланд интернет лагает.
Я сейчас с вами больше не кикаем, базарит, блядь, заебал уже. Согласен. Так, и еще Хисера дважды сдох от порчи. Получается тоже. Хисы, блядь. Вот. А ты от кольца мрака сдох. Дважды, дважды, дважды. Там от кольца умер. Я от кольца не умер. А, еще Яша от кольца умер. Ты умер от кольца в конце. В конце я умер. Нет, его не кольцом убил. Кольцо мрака было написано. Умер на моем конце, блядь. Синг-сон, кольцо мрака, 8000. Очень не знаю. Есть? Есть. Но там только один раз будет. Блядь, это один раз у нас только. Вы разбегитесь там на хилах. Сейчас бы шоковать, я на ретарке зашел, второй фрейдом бы дал. Реально. Не доиграли, получается. Да, блядь. Кстати, касательно этого плаща Глю, ты бы на шамане его все равно путал. Чего, 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 кореш? Ну этот, типа, если, ну, сейчас надо подумать, надо случай. Подумать. Как сказать? Опа, нет, надо было нажать кнопку. А, да? Вот тотем оставил кто-то. Какой плащ? Который сейчас с Малча? 58. Плащей, кстати, хаскрит 3 штуки осталось всего. Всего вот. Их всего 3 было, да? Да. Я за боссом. Получим. Кай. Так, сейчас еще один будет. Сейчас Ресин Фридом не давал, да? Нет. Сука, хватит. Сейчас будет еще Фрид. Еще будет. Да, он проебал, сказал, он проебал. Куда вы подходите-то? Я дал айзбаунд. Не так. А где урон? Ну, два хила не в задувке. Где урон, говорит? Да ты за... Позировал. Да он лагаб выбирает, просто хуярит по нему. Ты лоха этого передамажишь сначала без дарности. Изи вообще. Нет, 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 нет! Блядь, тихо ты у босса. Просто ты взялся в нуле. Да если надо было дать в него диван. Я вызываю босса. Короче, я этот... Я шмот скидываю этому Сингу. Сингу, если что, то к нему подходите, забирайте, что надо. Так на фрилуте давай. Реально. Хорошо. Нет. Да. Кому я дал сейчас шмотку? Типа, у меня. Мне, давай мне. Все. Нет, все хуй. О, ваша добыча. ПБ! Ты все дела. Все, там этот групп. Вас... Так я их распылю, оставьте. Так вот, я тоже. Иди на! Я вроде на этом, когда я старался делить между вами. Ну что-то еще кого-то сыпал тоже. У тебя столько чарок есть? Азерона, я вообще тебе специально пошел на остров, чарку на плащ купил на хасту для твоего паладина. А ты ему даешь, да, шмотки на распыл? Понятно. Слушай, если бы я тебе шмотки на распыл давал. А, ну го я тебе шмотки на распыл буду давать все фул, а ты мне чарки на халяву делать, кроме этих. Не, ни хера, идем на фрилуте, блядь. Невыгодно. Ну типа пыль, знаешь, вот такое. Идем на фрилуте. Когда у Хисера было наложение, он мне на халяву делал. Ем просто делал на чарке. А не лут этот. Ага, получилось. Ебать, угарно макросы типа отдал на пул в горло. Ну вообще полезная вещь. Ну что, да, ну полезная тема, кстати. Да, хуевая тема. 5. Минус, минус. Минус. У меня здесь нет плюс морали. Ты типа от ТТГ только валердируешь там или что? Там вчера... Очень страшно. Ты там вчера герой чата зашел. Который релит в чате? Который, да, который релит в чате. Бля, только стартовал. Ай, Найсбурс тишкись, врата. Знаешь, что Найсбурс? Потому что, блядь, это... Сандер отдаю на себе. Сандер, блядь. Нахуй я это делаю? Что дамажить больше? Где Ури? Сдох, нахуй. Ури мразь. Смотрите, какой у нас вариант. Есть Fallen Gun, есть QSQ. Да, блядь, давайте типа, куда это, походим, типа... Чё вы тут? Можем сказать, может, ты ебан, ходи. Нет, посмотрим на следующем, типа, когда... Да ничего не изменится, Вол. Ну, типа, он так, он это делает уже долго.
Ну, даже когда первый раз уже пошли, блядь, в ту же самую оперу, кое-что до скольких ночи траили, блядь. Говорю, если большинству не нравится, ну типа я поменяю, мы все. Как хотите. Мне, в принципе, там... мне в принципе не нравится больше, чем нравится. Тут шанс. Опять будете потом, блядь, это одевать, да, нахуй? Чё? А чё? А нет, а знаешь, куда эти шмотки сейчас бы уходили? Ну типа, а кому они уходят? А печеньки. Ну, печеньки он одну забрал. Следующий челик будет нахуй фул. Ну, как хотите, ладно. Ну, смотря кого взять. А мне давайте подождем типа ЦЛК. Да. После ЦЛК скорее всего будет фикс Каражану, там уже будет похуй кого брать. Но ЦЛК подождать, там кто-то что-то подлутает, мы возможно берут оперу для проходки или просто по это. Да не, опера легкая. Не, оперу не уберут. Просто, может, ЛПшку немного подрежут, и типа и будем закрывать за один день, и никто ничего не будет. Ну, 10 хп, блять, мобов подрежут, да. Трэша, блять. 4 просто на 16% снимут, или насколько они снимают? 17 обычно. Да, или просто ее понерфят из-за этого. И все, и будем ходить как нормально, типа за один день, да и все. Ща, короче, я посмотрю на стоп. Тоже до этого, до ЦЛК, там, может, не осталось, и все. Ну, ща, надо подумать, типа, нет, реслим, типа, что делать с этим? Вот про это. А, тут фулл ранжи, нет, его вряд ли. Ну чё, бали лайк? Лукс лайк. Тут нет мага. Так, что, кого убьем, я не понимаю. Лок, Ханта. Лока, бля. А, Хант еще есть. Лок тонкий. Ханта, потом Лока. Или Лока, потом Ханта, похуй. Сколько у нас контролей? У нас две жабы. А, у нас вон чё получается. Эфир. У нас в гильдии этот танк-блокер забухал, короче. И типа не ходит на РП. Пиздец. Так, чё там у нас? Ебать, аган... Собрать фулл урду до состава. Да? Чё у нас? Так что стенка на стенку, как старый дом. Борлан просто на лицо садится кому-то и чилит. Да, Борлан сядь на лицо. Сначала Сове? Локу, потом Сове. Давай Локу жабу. Контролит? А, ну нет, давай тогда Локу жабу дайте. Потом ещё одну жабу. Конту Борлан, ещё жабу. Борлан... Короче, мне на Локе посидеть, да? Да, ты на Локе сидишь. Борлан сидит на Сове. Симп поферяет ШП, мы все фокусим этого Ханта. Давайте два шамана и друид будет за Локом следить, чтобы там есть еще смерчи, там вторая жаба вот такая хмель. Косты кикать им. Ну а все, так похуй. Дался. Так, все, гон, поехали. Сходите. Мы тут стенку на стенку. Каток там обергенишь, что залез. Ну, сейчас я подойду только. Дерн. На точку нажал, чилим. Я дал дизарм хантам. Ты мужика. Меня кикнули. Могу законтролить. Кирнул. Так, Лока нашли, убьем Лока. Где он? Помните, где я рубался? Дайте вас в паладе надо. Так, где? Фир диспел. Блять, я в спринтах съебался. А не спалишь, все равно. А кик вот нормально. Че, кого потом? Фантишка. Нет, этого, Сову. Ром. Ром. Квадрат. Квадрат умер. Ай, бай, пан. Жизнь. Ханта. Дай чё-нибудь шипешнику, мне нечем контролить его больше. Эр, что-то жабу дал. Жаба сейчас обьётся.
Че побьем? Ладно, так, здесь что-то получше, стенку на стенку, чем... Мейнами, конечно, попригольнее. Утром еще точно такой же сетап был, только вместо ШП был маг. И... Да. Это вообще убийство. Это не изичное, блин. На самом деле надо как-то придумать, знаете что, типа ходить половину на твинах, половину это и как-то... Да, блин, я хотел самого Сова убить. Чтобы условно, я не знаю, на твины какие-нибудь там АДшку лутать или еще что. Раздайте. Снимите, блин, делайте, ну как бы предлагайте, я подумаю. Что... Ну типа, чтобы идти там половину мейнов, половину твинов, типа и там парочку мейнов лутает этот плащ. Да блин, на самом деле, нахер он уже надо, типа. Согласен, они нужны были. Ебать. Типа там целка выходит. А у них кас. А есть? После сегодняшних потерь мы стали слабее. Голова перчат. Вызовите. Все, отойдите, это там убить. Лапку Сингу дайте. В этой целка есть еще один? По плащам в десятку. Это Торесин лучше спек неси в этого в танк. Или в Эдфюре. Кого желание больше? Ну, у кого желание больше, то спек неси все равно. Торесин? Торесин пошел спек, видимо. Ну, все. Ну, значит так. Это самое. А как думаете, Толгород дапнут, типа, с этой? Да, да. Не. Ну не сразу, не сразу. Под ХМ. А, под ХМ, кстати, да. Да ладно, под ХМ, типа, 258 шмот. Ну, сильно все равно. Сумануть надо. Не знаю, навряд ли мне. Под ДВК 25 апнули этот. Под ХМ, скорее всего, апнут какой-то, ну, менее сильный. Мне кажется, что... Может, ну, после... Я учитываю, что мы уже 260 шмот, я 258, блядь, можно я апнуть? ФК, типа, после, там, может, через месяцок, типа, апнуть. Го-го-го-го-го, берите эти штуки. Сущности берите, Реслин Борон. Реслин Борон, да, там рандомные возьмите каждый. Борон темную. Прям со старта, это, конечно, ну... Все, погнали. Все, го, поехали, блядь. Сундук стоит. Готов к любому исходу. Да, сервис. Прям сейчас. Ладно, наполовину успел. Без милликрита, конечно, грустно. Блять, вторая. Не грусти. Я не грусти. Осуждаю. Негров. Негр грусти? Негр грусти, пишет. Не меняем. А у меня пишет, что смена отсвели. Блин, ну каждый раз. Ты ж под белый идиот. Сейчас в конце, да? Угу. Да, я бы спрошу. У вас что-то летит прям? Так собирай. Я собираю. Коллектор. 14 тысяч депс еще так-то даю. Молодец. Я сейчас чёрный. Я без фурика даю, блядь, 24. Как жить? У меня крита нету. У меня не секреты, у синистры, блядь. Я тут от сферок уворачиваюсь. 5%, блядь. Как тяжело. Способно. Я вообще бью босса, у которого дебафов нет. Белую взяли, бьём тьму. Вы типа все одну бьете, а другую? Я тебе быстрее бью, нормально все. Ну нормально, хватит. Я кикнул. Проводись. Я постелил. Убьем. Да похуй, побежали уже.
Надеюсь, выбор упадет. Сюда выбор. Окчан. Октемирами, как говорится, да? Октемирами. Так, если что, это там Гера с пула. 4 минуты. 3 минуты КД. Так что Гера на вас фазе. Да, давайте, наверное, типа, еще не будем успевать переводить, типа. Туда. Давайте, не кури, давайте просто сразу пулять и убивать. Похуй. Даже если закопается, блять, похуй. Да что, спула дадим? На 4 минуты КД. Да мы и так перейдем, поебать. Подки просто выпейте, и все. Ну да, перейдем. Ну по идее убьем, и дебаф Гера еще не спадет. Если сейчас мы, конечно, конечно. Упадем. Ну хотя, сколько, смотря сколько падать не будет. Да, смотря сколько падать. Во. Ебать, Лайт Фьюри, нахуй, рекаунт на пол, блядь, экрана. Ебать. Так, ДД, шо? Два героя всех. А у тебя все, типа, у тебя же токены фуловые, да? У меня? На Роге, да. Да, ну, еще три. Тогда. Ну, это я имею в виду, на этих, на... На мейн, да. На мейн. Я скоро 260 стану, как я ж. Где шмотки? У меня не пишет твой там. 258. А что если не хватает? Блин, кольцо смотрителя и кружка. Но у нее вечное пламя. И 260, кстати, будет примерно. Даже не примерно, это 260 будет. А ты хочешь кольцо, которое Стилград? Да, да, смотрите лучше. Они за по 258. А, 72-й этот, блядь. Да, да. 51-й. Ну да, плащ закроет шею, типа, и это. И запы. Ну я буду брать вместо выбора кружку, пока что. Или нет, я не знаю. Люди берут вместо пламени кружку. Но это столько статов терять, я не знаю. Страшно. 150 констоловка. Погнали. Все тут? Нет. Вот он бежит. Стой, стой, не пуляйте. Стой, не пулу, не пулу, потки не пьем. А плавает мужик. А, вы же сказали бы, блядь, что вы это тут. Я там, блядь, вольтапчик. Сорямба. Так, Хан, не бей и Жуковку, там одного шаклить будут. Чтоб не слора шаклить случайно. Когда дойдет под босс, тогда хуяр. А я от них особо не свечусь из-за того, что у меня АОЕ большое. А, ну, тогда ладно. Я тут с краю звездопад дам. Погнали. Как раз на вас фазу этот гир будет. Приплочки выпили, чтобы перевести точно. Это кто-нибудь там из хилов сломать, сверху? Войд должен быть. Звездопадом. Я вроде к сфере. Я почувствовал. Шакал, блять, Азерона. Дих, думал хакал, я думал хакал будет шакал. Он хочет меня перебивать. У него же меткости, блять, много. Да не, он просто, он до этого всегда шакал. А, да? Значит, без дыр. На рофлите? БР. Вы вообще фрики или что это? Ворон не следит, блин. Господи. Спасибо за баф Эридара на 5%. Второго. Подведи. Свечки. Ну это вообще unbelievable. Я не могу свое недовольство. Зачем как передать? Я этим недоволен. Так, ладно, вот. Арислин, дай сальву. А, все, понял. Ой, у меня ван запрещен, ну ладно, в тучке поставил. Я увожу, блядь, что нахуй. Да, уводи. Фрики. Может быть, вы фридом дадите, блядь? Может, не кики начать перечислять или что, типа, ну? Тебя первого кика. Я кик, это вот. Шутка смешная, кстати, мне понравилась. Я заложу, да? Да. Я сейчас это немножко подкачу.
А. А, блять! Страшно. Сейчас подкайтишь нормально, давай. Ладно, все. Пошел кайт машина. Еще одна кайт машина. Ну а че? На кого? А где ты без кучки? На кого? Тебя! А ты куда? Все заскамили. Нет, уйди. Как же он хотел нас шипами уйти. Так, где Бурунд? Это Бурунд, да, все. Жду. Я сейчас ищу. Блять! Я разбиваю, мне похуй. Буква Ю. Жука сразу, шаковый этот, и репа. Или два шаква дайте, как хотите. Лучше два шаква даже. А Геру, может, дадим сразу? Или на фазу? На фазе. Да, давай уже сейчас. Фаза начнется. Может, одного увидим, типа, потом? Не сильно. Геру, давай. Даю. Второго будет репа плюс фир. Нормально. Вторые. А шаковый не сбейте, какой-то хуйный. Без звездопада давай. Где-то я это уже видел. Чё, говорит, звездопад давай? Да-да-да. Не ведись на эти провокации. Чисто звездопад в этот... Могилу. По лайку. А чё жуки не выходят? В новую, звездопад в новую саму. Хорошая. Хорошая. А Шаку решил не перешакливать? Там убили, потому что он сильный, а ты нет. Жёстко. Чё, ГЦ Хант, да? Или кто там? Конечно, блять, а кого ещё? Хант ГЦ! А, да, вообще шикарно, ребята, вы лучшие. Резите кто-нибудь. Какая жалость. А, блять, помойка, ходим, блять, как клоуны. Дайте сверки на руку. Чё? Они к себе ходили, парни? Я их точно не украду. Да. Так, ладно, всё, всем ба-бай. В смысле, ульта. Ну я без войска. Ульт. Куда вы собираетесь еще? На Уголона. Хвостика. А. У вас есть место? Есть, конечно, есть. О, кристаллики. А чисто, кому ульта чушу? Костелло. Ну скажи ему, что он даст. Костелло, дай, пожалуйста, если. Какой? Бля, отпишите. Это кому, аборигены еще? Да. Слышите, о чем мы это не вводим?